Из-за отопления домов в холодное время года воздух в комнате становится сухим. Хорошо, конечно, когда тепло, но пересушенный воздух очень плохо влияет на ваш иммунитет. Ведь от того, что кислорода не хватает, обезвоживаются клетки организма. Для того, чтобы чувствовать себя хорошо, нужно, чтобы воздух был в меру увлажненный. Работа устройства бесшумно, длится до 8 часов, а если в резервуаре вода закончится, он просто автоматически отключится. Также вы можете регулировать уровень влажности воздуха. На большом и ярком дисплее четко видно температуру, уровень воды и влажность. Уже после часа работы увлажнителя вы почувствуете результат, но носоглотка не будет пересушиваться и вообще будете чувствовать себя комфортно. Увлажнитель воздуха Adler AD7957 также необходим для ваших комнатных растений, ведь от нехватки кислорода они, как и люди, тоже страдают. Не дайте себе им засохнуть. Покупайте увлажнитель воздуха Adler AD7957 и будьте здоровы. Ссылка на товар под видео.